подъезжаем. Так-то в телефон видно, что оно грязноватенькое. Но оно кристально чистое не может быть. Атмосфера в аэропорту. Где этот чувак? Не знаю. Справа чуть-чуть. Нет там никого. Вместо воздуха мне нужен твой запах. Ну давай пока что. Самое лучшее место на земле. Как бы отсюда улететь, а? Как бы отсюда улететь, а? Мамочка. Лина, даже 3 недели не прошло, как я прилетела. У меня еще загар не смылся. С прилетом. Надо было за мной сесть. Приятно. Сейчас. Все, нет, я же пододвинула сиденье. Ты что у меня? Как этот? Как долетел? Турция, как Турция? Замечательно. Твоя довольная рожа загорела? Нет. Почему не загорал? Потому что пил постоянно. Все я не пьющий. Понятно, все включено. А что там? Там пиво-то непонятное. Да я говорю, с него хрен напьешься. Надо посыжку больше. Посмотри, как хорошо телефон снимает. Вот это вот да. Сколько вы там дней пробыли? 13 ночей? А где ты был? Ой, а на каком пляже ты загорал? Понятное дело, на Клеопатре. А какой по счету-то? Wi-Fi какой был? Там их 16 всего. Wi-Fi какой бесплатный был? Клеопатра Бич 1, 2, 3 какой? У тебя отель так назывался, да? О, что здесь? Я меньше 3 недель прилетела, отбила. Ты прям купался и купался, да, в море? Купался, да. Теплая водичка? Теплая, да. Вообще великолепно просто. Я думаю, а может быть, в среду еще улечу туда. Ебанский встал. Какой авиакомпании ты прилетел? Россия. Угу. Россия? Да. Ну а что? Есть Россия? Ну, конечно. Что-то выпало, да, из графика перелетов. Да. Давно не летала. Потерялась. Не прибедняйся. В год по 4 раза летала, ничего. Хорошо жила. Сейчас. Не было в России. Да как не было? Что? Ну я не летала. Я летала на Нордвинде. Потом летали мы. Это Уральский. Что, щукает? Включила, у меня был включен. Все уже подцепились, да? Да, мы пользуемся. Все мой трафик тратят. А слушай, у тебя трафик, а ты что, блин, в гроб положишь, что ли? У тебя же не минусуется, не плюсуется на следующий месяц. Плюсуется. А тебе куда столько много? Ну куда тебе?
У тебя 85 гигов. Ну да, конечно, 10 было. Ну а сейчас сколько осталось на конец месяца? 8, да? 8,5. Пускай пропадет, но не дам друзьям подключиться. Давно уже все подключились. А тебя как зовут? Алексей. Не, Инна. А вы что, не видели что-то? Я его первый раз вижу вообще. Ну, ты не видел хоть раз? Конечно, нет. Алинка так говорит, ты чё его не знаешь, ты же мой сосед напротив. Впервые слышу вообще, что у тебя сосед есть напротив. Нет, чтобы, да, вот я улетела. Ты бы одного встретила, второго бы проводила. Нет, чтобы я улетела. Вот это да. Я бы даже сюда на бла-бла добралась. Слушай, я даже могла бы на электричке сюда добраться. Лишь бы уехать. Лишь бы улететь в теплые края. Какая там температура вечера стоит? Градусов 15? Нет, больше. Вечерами? Да. У меня сейчас девочка там отдыхает, но она там практически живет. Ой, как... На море есть отдыхающие? Нет, им, подожди, очень много. Я улетала 3 недели назад, еще пляжи уже были пустые. Не знаю, у нас тут отель, вообще полный пляж был. Все каблуки заняты, лежаки. Шикарно.